Приветствую вас, и вы знаете, мой ответ хотел бы начать с того, чтобы заметить, каждый имеет право на личную жизнь, если эта личная жизнь никак не вредит другому человеку, в том числе и близкому человеку. То, что делает ваш муж, по факту. Значит, просмотр фильмов эротического содержания – это скорее вопрос морали. То есть для него это может быть приемлемо, для вас это может быть неприемлемо, но опять, если вашему мужу это нужно, то лучше это принять и как бы не относиться к этому серьезно. Правда, про фильм эротического содержания, если честно, не очень понял, потому что вы сказали, что у него страница, где он смотрит, но при этом пишете, что он на этой странице он общался с какими-то девочками, которые, может быть, не совсем его девочки, то есть, понимаете, ситуация какая-то, ну, немного такая непонятная. Далее. Вы пишете, что, значит, вы зашли на его тайную страницу ВКонтакте, как вы туда зашли, откуда вы о ней узнали, почему вообще вам пришла в голову мысль это делать. Тоже все это нужно разбирать, потому что, ну, пока налицо только ваша неуверенность в себе. Далее, вы пишете, зачем вся эта грязь, и вот здесь очень тонкий момент. Вам это то, что, то, что есть у вашего мужа, если я правильно понял, не вредит никак. И, соответственно, если вашему мужу это не вредит, если вам это не вредит никак, то, соответственно, это не грязь. Для мужа это важно, что бы там ни было, фотографии, видео, это еще, и вам нужно для начала понять, для него это важно. Это часть его личной жизни. И личную жизнь каждого из нас нужно уважать. Вы, к сожалению, судя по тому, что я увидел, вы личную жизнь своего мужа не уважаете достаточно сильно, то есть вы говорите, знаю, что подло, но жить в обмане не хочется. Опять же, в чем факт обмана, я вот хотел бы понять, то есть обман в чем? Ваш муж говорил, что ничего такого не делает, или что этого вы точно не говорите. Вот, соответственно, этот момент тоже нужно вам прояснить. Дальше, ну вот вы пишете, нашла фото его бывших девушек, зачем в этом все искали, непонятно, какая вам разница, какая папка у него на планшете и так далее, какие у вас основания не верить тому, что он вас любит, тоже непонятно, а если даже он и врет, то вы об этом как бы узнаете, и это будет означать, что вы просто, ну, не друг для друга созданы, и все. Понимаете, в чем дело? Ваше поведение, вне зависимости от того, что там делает ваш муж, чем он занимается и так далее, очень сильно походит на поведение неуверенного в себе человека. И вот это вот на самом деле большая, на мой взгляд, проблема. Дело в том, что вы, очевидно, очень сильно хотите, чтобы мужчина был только вашим, и чтобы, ну, знаете, чтобы никуда от вас там не делся, да, вы хотите быть уверены в нем и так далее, и тому подобное, и из-за этого вы как раз-таки вот ищете какие-то вещи. Понимаете, но правда заключается в том, что вы хотите быть уверены в том, что, в чем в принципе нельзя быть уверены. Я поясню, почему. А дело все в том, что отношения сами по себе — это то, в чем нельзя быть уверенным. Если вы хотите, чтобы у вас в отношениях с мужем все было хорошо, и вы хотите сохранить брак, то вам нужно ценить
Кто-то ценит каждый день, каждый час, каждую минуту, проведенную с ним, с мужем, я имею в виду, и все. Зачем вы тратите свое время на поиск его личной информации? Зачем вы тратите свои силы на то, чтобы осознать то, что он, ваш муж, понимает, то имеет для него личное значение? Постарайтесь понять, какую, может быть, сложную для вас вещь, которая звучит так. До вас, до того, как вы стали встречаться, и до того, как вы стали, до того, как вы стали быть вместе, у вашего мужа была жизнь, у него было прошлое. И вот так это прошлое он забыть не сможет. Понимаете? И если у вашего мужа, свои моральные, прошу прощения, ценности, то вы его моральные ценности не переделаете никак. При всем желании вы не сможете этого сделать. Я вот это хотел бы, чтобы вы поняли. Вы говорите, что это грязь, но это грязь только для вас. Это для вас грязь. А для него, это может быть совершенно нормально. И еще раз повторю, если это вам не вредит, если это не наносит вам вред, никакого вреда, если вам это не наносит, то вам нужно это принять. По поводу фильмов эротических, я могу вам сказать так, что если вы хотите эту тему с ним затронуть, если вы хотите быть в курсе того, что он делает, то вы можете просто-напросто небольшую такую игру устроить и пригласить мужчине посмотреть вместе эротический фильм. Вот. Давай посмотрим вместе эротический фильм. Вот хочу как разнообразить с ним там интимную жизнь, например. И мужчина вам будет доверять в этом. Мужчина будет знать, что вы не против, что что с вами можно посмотреть этот фильм. И он тогда с вами будет смотреть этот фильм. И вы сможете наблюдать за тем, как у него обстоят дела. Я имею в виду именно фильмом. И все. Будьте хитрее. Если вы скажете ему просто, что я знаю, что ты смотришь там эротические фильмы, это будет, знаете, это будет, по сути дела, означает, что вы ему, например, не верите, или что вы там влезли в его личное пространство и так далее. А это никому не приятно на самом деле. И для брака, для сохранения брака вашего, это не самая лучшая стратегия, далеко не самая лучшая стратегия, если говорить и признаваться будет в том, что вы знаете о том, что он предпочитал бы скрывать. Поэтому я думаю, что именно так. Ну а если вы в себе не уверены, или если вы по какой-то причине хотите, чтобы мужчина принадлежал только вам, и чтобы он делал только то, что вы считаете нужным, или вы боитесь его там потерять, или боитесь почему-то, что он там изменит как-то свое отношение к вам и прочее, то здесь уже нужно работать над вашими страхами, над вашей зависимостью от мужа, потому что вот так как вы поступаете, к сожалению, по
Там вот я увидел, так поступает только человек, который, знаете, ну, действительно не очень уверен в себе. И если вы действительно не уверены в себе, то в первую очередь это чувствует, ваш муж. И если вы хотите как-то вот, наши свои отношения сохранить, то вам нужно в первую очередь держаться за равноправие. А равноправие это все-таки означает независимость. Равноправие это значит уверенность в себе. Если вы уверены в себе, то вы никогда не будете заниматься подобными вещами. Понимаете? Вот. Если был с его стороны обман, как вы говорите, обман, но вы же об этом, кстати, вот не поискаете, был обман там или нет. А если был, то в чем он тут нуждался? Так вот, если был обман, то да, обман это проблема. Но опять, что двигало вашим мужем, когда он вас обманывал? Ведь он же вас обманывал. Для чего-то он же какую-то цель преследовал, правильно, обманывая вас. И, соответственно, это тоже очень важный момент. И прежде чем говорить про обман, давайте обязательно попробуем выяснить, а для чего он обманывал. Может быть, он думал о вас, может быть, он хотел, чтобы вы чего-то не знали, потому что знал, что вы это плохо воспримете и так далее. Понимаете? То есть, весь вопрос в том, насколько хорошо вы понимаете своего мужа и насколько вы осознаете его желание и насколько вы хотите, пытаетесь его понять. Если, например, он вам говорит, что вы его устраиваете полностью в интимной жизни, то простите, пожалуйста, но если он говорит, что вы устраиваете его в интимной жизни, то это еще не значит, что это действительно так. Может быть, вы его и не устраиваете в интимной жизни, но он вам это говорит, потому что знает, что больше от вас, на больше от вас он рассчитывать не может. И здесь же стоит подумать, что если вы, например, в фильме эротического содержания считаете грязью, то, может быть, у вас разные моральные ценности, и тогда возникает вопрос о том, а подходите ли вы друг другу. Потому что бывает так, что это становится камнем преткновения между двумя людьми. Вот. Поэтому личную жизнь каждого из нас лучше оставить. Каждому из нас, а больше внимания уделять именно себе. То есть вам, своей уверенности, своей самооценки, любви к себе и своему мужу. Если вы будете уделять мужу больше много внимания, если вы будете заботиться о нем, если вы будете стараться сделать его счастливым, если вы будете разделять его интересы, то я думаю, что стимулов для того, чтобы делать то, что он делает сейчас, у него будет гораздо-гораздо меньше. Вот. Ну а если вы чего-то боитесь или если вы в чем-то сомневаетесь, то это уже проблема более индивидуального характера, и работать с этой проблемой нужно именно с вами в первую очередь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.